Вера в победу и большая любовь к отечеству – это то, что бережет русского воина на полях сражений, говорит представитель военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» Владимир Борябин. Идея восстановить в памяти события Первой мировой войны, которые отчасти забыты, пришла в голову членам общественной организации не случайно. На мемориальной доске открыты на стене окружного дома офицеров имена георгиевских кавалеров, которые служили в 5-м Александрийском полку. Всего более 350 фамилий. Полк стоял с 1910 по 1914 годы. Вот отсюда полк ушел на Первую мировую войну, вот, героически там сражался. В Среднее Поволжье полк передислоцировали осенью 1910 года из польского города Калиш. Специально для гусар по распоряжению шефа полка императрицы Александры Федоровны в Самаре был построен комплекс казарм, названных гусарскими. В составе Александрийского полка служило много самарцев, в том числе представители известных дворянских родов – Карамзиных, Алашеевых, Батюшковых. Кто бы мог подумать, что наши вот предки, мы о них вспомним через столько лет. Ихняя слава Александрийского полка воплотится в действующую бригаду нашей второй армии, Александрийскую 15-ю миротворческую гвардейскую бригаду, которая сейчас на полях специальной военной операции за мужество и героизм к ихней потомке получила высокое звание гвардейцы. Память защитников Отечества уже была увековечена в ходе аналогичной церемонии в сентябре 2018 года. При поддержке правительства Самарской области здесь был установлен памятник Александрийским гусарам. Прообразом для него стал герой Первой мировой войны, самарец Константин Батюшков. Я искренне рад, что мы на самарской земле достойно и с честью храним память о героях. Сохранив память, мы только и можем двигаться вперед. Только и можем побеждать вновь и вновь по всем фронтам. Так было и так есть. И, конечно, мне очень дорого, что воплощение в жизнь происходит благодаря общественной инициативе наших с вами земляков. В сентябре 2019 года у памятника была заложена капсула с землей с поля битвы 14 августа 1813 года при Кацбахе, где в ходе сражения Александрийские гусары проявили мужество и героизм и заслужили свое неофициальное наименование – «Бессмертные гусары». У нас Первая мировая война незаслуженно забыта, хотя она была, ну, наверное, ничуть не меньше по подвигам и героизму своему сопоставимо с Второй мировой войной. Ну, так как в советское время, вы знаете, ее называли империалистической, то есть про нее было говорить нельзя. Вот сейчас, на протяжении 100 с небольшим лет, мы вспоминаем наших героев, наших прадедов, которые также любили свою страну. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, власти города, члены общественных организаций, военно-исторического клуба и юнармейцы. В завершении официальной части собравшиеся возложили к мемориалу цветы. В память о солдатах, офицерах российской армии, которые всегда воевали не за награды, а за свободу и независимость нашей страны. Ольга Павлова, Константин Головин. События.